нахожусь в плену. Говорю, обращаются очень хорошо со мной. Вот. Все нормально. Живой, здоровый. Не плачь, нормально все. Если хотите, чтобы меня, ну, на обмен как-то или что-то, тебе надо хотя бы сговориться с девочками других парней, которые со мной. Ну вот. Это? А? Это с кем? Ну я не знаю, с Вовкиной женой и еще с кем-то там. Вот. Ну хотя бы с Вовкиной женой. Вот, чтобы вы начали штурмовать нашу часть, там, где мы то служим. У тебя записано, где я служу. Вот. Чтоб нас подали в списки на обмен. Вот. Потому что, ну, мы числимся как без вести пропавшие. Свяжись тогда с Вовкиной женой. Вот. Это он седьмой паренек. Вот. И тогда сговоритесь как-то своей толпой. У нее там еще есть номера других жен. Вот. Сговоритесь как-то, ну, и дайте им по балде. Привет. Что ты? Как дела, сын? Не болеешь, все хорошо у тебя. Правильно. У меня тоже все нормально, все будет хорошо, не переживай. Дай Бог вернусь. Футбол погуляем, мяч побуцаем. На рыбалку сходим. Где ты находишься? Я сюда в плену. А так ты давно там? Да не особо. Числа с 9-го, где-то так. Приблизительно. Мама! Это маленькая кричит, да? Мама, не папа! Привет! Что ты? Не плачь! Не плачь! Не плачь! Киданули нас мясом. Нормально так. Прикрылись нами.